Вот первый наш выход на улицу. Смотрите, как они резвятся. Счастливые, довольные. Вот наш будущий хряк. Маленький стоит. Вот он. Вот он. Это наш будущий хряк. Двух мальчиков кастрировали. Остальные все у нас девочки. 2 дня я откладывала чистку их помещений. И вот они такие грязные у меня сегодня. Ну что, сейчас вычистятся. Сейчас пойду чистить. А они тут бегают. Мамка налегает на крапиву. Она беременная, ей витаминчики нужны. Извините за звук, но у нас соседи то с одной, то с другой стороны каждый день. Вот это деревня называется. Тишины здесь не бывает. Это было в прошлом деревне, где тишина. Сейчас они у нас все механизированные. Каждый день косят, косят. Вот. То один, то второй сосед. Тишины не бывает. Ну, вот такие вот поросятки. Вот такие. Сейчас пойду чистить. Девки грязнули. Ребята не такие. Особенно хряк. У него такая чистота. Он все в порядке содержит. Я поражаюсь. У него не бывает грязи. И сам чистенький всегда. Надо лужу делать. Да, надо. Линолеум ты использовала, да? Что у нас еще такое?